Слідкує білоруські гайуни, ми слідкуємо за ним. Як часто, з якою кількістю пересуваються найманці ПВК «Вагнер» до Білорусі? Є інформація, буквально 3 години тому стало відомо, що 13-та колона російських найманців ПВК «Вагнер» і понад 80 автомобілів заїхали знову на територію Білорусі. Знаємо, що вже кілька днів тому фіксували перші бронеавтомобілі, але такої більш серйозної техніки не зафіксовано, тому що, як відомо з різних джерел, «Вагнер» все ж величезну частину техніки віддали до Міноборони РФ. Що вам відомо про ситуацію? Як думаєте, хто керує сьогодні це всім? Чи безпосередньо може керувати Лукашенко? Чи все ж таки традиційно все це відбувається, звісно, через Путіна і руками Путіна? Во-первых, я хочу повіншувати вас з Днем Української Державності. Слава Україні, живе Білорусь! Дякую, Грим, слава! Что касается вагнеровцев, да, то давайте исходить из фактов. На территории Беларуси находится преступная группировка, которая признана таковой ведущими государствами мира, в том числе и Украиной. Вот. И это означает, что ничего хорошего, никаких действий, которые направлены на созидание, не стоит ожидать, а стоит ожидать провокации, стоит ожидать того, что эта сила будет использована против Украины и против Беларуси, да, против, возможно, против оппозиции белорусской. Вот. То, что сейчас идет накопление вот этих сил, достаточно удивительно, потому что Лукашенко явно не хотел присутствия, большого присутствия вагнеровцев на территории Беларуси, понимая, что он вообще теряет всяческое управление и, безусловно, никакого влияния на действия вагнеровцев он не будет иметь. Давайте вспомним, что в первые дни он даже пытался говорить, что этот лагерь под Осиповичами, он для других целей предназначен, никого там нет и никого там не будет. И буквально через несколько дней начали завозить туда вагнеровцев и располагаться там и... Опять же, придумали легенду, что они там для того, чтобы тренировать белорусскую армию. Но это все не так, поскольку для тренировок, для деятельности инструкторов не нужно такое количество, во-первых, персонала, во-вторых, бронированной техники. Да? То есть понятно, что готовится провокация, понятно, что создает напряжение уже сегодня на северной границе для Украины. Вот. Кто руководит? Я вот тут вопрос немножко сложнее. Путин Пригожиным или Пригожин Путиным сегодня? Потому что, глядя, как Пригожин вел себя на саммите вот с этими африканцами, приехавшими, то хозяин, получается, он, а не Путин. И то, что он активно вмешивается сегодня в перевороты, в дела африканских государств, тоже показывает, что он весьма-весьма успешно примеряет на себя какую-то геополитическую роль. Если Путин утрачивает свой вес, какой бы он ни был маленький, мизерный вот, в мире, то Пригожин где-то вот у этих крокодилов и прочих приобретает этот вес, потому что он реально может помочь военным переворотом в этих африканских государствах. То есть вопрос о том, кто руководит, остается открытым, но явно, что не Лукашенко. Ну, тут ще такий цікавий момент, тому що та техніка, яка фіксується білоруським гаюном, ми розуміємо, що якщо з огляду на всю цю... так, якою можна було б там повноцінно якоюсь війною йти. Так, можливо, для провокації, ймовірно. Але чи не може сьогодні Лукашенко так на прохання Путіна додати якоїсь техніки, чогось тому ж самому Пригожину, групі «Вагнер», щоб зійти до цю провокацію? Тут також ще головне питання. Для чого це Лукашенко? Чи розуміє він, в якій небезпеці він сьогодні знаходиться? Адже Путін сказав, «Вагнера не існує». Якщо раптом буде провокація десь на країнах НАТО і буде відповідь в першу чергу дістанеться Білорусі ж. Ну да, безусловно, это как раз об этом и говорит известный историк Юрий Фирштинский, о том, что может осуществиться провокация с территории Беларуси и затем даже с применением ядерного оружия, и затем удар придется по территории Беларуси. Ну, в общем-то, это так и есть. То, что находится преступная группировка, значит, находится легитимная цель
для вооруженных сил Украины на территории Беларуси. При малейшем движении, при малейшей агрессивной попытке агрессивной деятельности, я думаю, что следует ожидать удара по расположению этой преступной группировки. Что касается Лукашенко, Лукашенко, по-моему, озабочен одним, ну, кроме своей персоны и удержания власти. Он не хочет давать никаких денег на содержание Вагнера. Да? Путин открестился, Путин сказал, что создана была эта преступная организация за счет российского бюджета, но сейчас мы денег им давать не будем. Пригожин свои деньги вкладывать постоянно, бесконечно не будет. Лукашенко известен тем, что он вымогает деньги и крадет деньги, а не тем, что он выделяет какие-то деньги на деятельность там, непонятных группировок. Вот этим он озабочен. Остальное, как бы, он уже не контролирует ситуацию в Беларуси в том, что касается поведения российских военных, а сейчас и вот этих уголовников из группы Пригожина. Ну, загалом кажуть, що питання фінансів сьогодні дуже важливе стоїть, тому що, ну, ми розуміємо, що Лукашенку не потрібно витрачати додаткові гроші на те, щоб фінансувати, отримати вагнерівців. Путіну також це не дуже зараз, власне, потрібно. І навіть є інформація в різних джерелах, що той же Пригожин свої гроші, своєї кишені вкладав там в певні моменти, там, наприклад, якусь там техніку перегнати. І навіть кажуть, що нібито він там і якісь певні вертольоти купував, тому що все в нього відібрали. Ось сьогодні тема фінансів насправді, чи от ця зустріч, яка була, да, до речі, Путіна Лукашенка, чи можливо там і так також це питання обговорювалось, що далі, як, тому що з огляду на те, як, якими темпами приїжджають найманці, ну, вони там нібито як надовго, так на перший погляд. Ну да, ну от я би зв'язав от ці два питання, да, от присутствие Пригожина, пригожинців в Білорусі. И сведения о том, что он из своего кармана финансирует, и вот этим саммитом, где он велся как хозяин. Я думаю, по договоренности с Кремлем он хочет более глубоко влезть в Африку, потому что Африка – богатейший континент. Да? Уже известно, что он там подбирается и к алмазам, и к урановым родникам, и так далее. То есть он готов раскошелиться по минимуму на содержание уголовников-убийц в Беларуси, чтобы сорвать куш в Африке по договоренности с Кремлем. Вот. И я думаю, что вот как раз и, возможно, и последний переворот в Нигере, это не без его участия произошло, потому что тоже страна богатая, страна была относительно демократическая, сейчас пойдет по пути африканских диктатур. Вот. Что касается встречи Путина с Лукашенко, ну, она такая была очередная демонстрация Путиным, что он не один, хотя он один, да, то есть вот только Лукашенко по свистку хозяина прибегает в надежде получить какие-то деньги для поддержания своей власти. Больше никто, даже африканцы, которые, в общем-то, более склонны были прислушиваться к Путину и иметь с ним дело. Я имею в виду такие режимы, которые не принимают там влияние Соединенных Штатов и вообще демократического мира. Вот. Даже они отказываются участвовать. То есть Путин настолько сегодня слаб, но это не значит, что сильно ослаб Кремль в плане войны с Украиной. Вот как раз в Кремле там идут какие-то движения, которые показывают, что они готовы ужесточать свою политику в отношении Украины, что, конечно, является очень негативным фактором и для нас тоже. Давайте повернемось так до того, що відбувається в Росії. Багато всього цікавого, зокрема там різні закони. Щодо сусідів сьогодні Білорусі, є інформація, що Польща, Литва, Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів з Білоруссю, якщо на кордоні з цієї держави відбудуться серйозні інциденти за участю вагнерівців. Таку заяву озвучив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Також віце-прем'єр-міністр Польщі Качинський сказав, що уряд його країни відновлює, створює нові
військові частини, щоб збільшити чисельність армії вдвічі. Тобто, каже, в нашій армії, яка раніше складалась лише з 3 дивізій, буде 6 дивізій, і з часом, ймовірно, буде запасна. Тобто, ймовірно, це все на фоні ескалації на кордоні, на фоні заяв, ну, власне, ескалації немає, але бачимо заяви, які сам розповсюджує той Лукашенко. Як думаєте, чи є сьогодні, можливо, якісь таємні переговори, намагання вийти на зв'язок з західних країн з Лукашенком, щоб поговорити про це, що відбувається? Тому що заява, що нібито він стримує вагнерівців, які дуже хочуть сьогодні сходити на Жешов, власне, на Польщу, на Варшаву, ну, це дійсно насторожує. І якось дипломатично це також мало бути, би сьогодні на якомусь іншому рівні вирішуватись. Ну, ви знаєте, Лукашенко патологічний лжець, да? І от ці заяви о тому, що він урегулював конфлікт якоби між Путіним і Пригожиним. Ну, хто його не знає, мог чого-то як-то повірити. А ми-то знаємо, ми знаємо, що він допомагав Горбачову проводити перестройку. Ми знаємо, що він редактував програму Явлінського 500 днів, по його словам. Да? Тобто це ложь, яка постійно вбрасується, він... иногда сам не отдает себе отчет, насколько, какую чушь он несет, как вот сейчас, да, то есть то, что он сдерживает вагнеровцев якобы. Но, тем не менее, ситуация это весьма напряженная. Могут перекрыть, да, границы, и, не знаю, наверное, это будет той мерой, которая может повлиять на все процессы в нашем регионе, в том числе и на войну России против Украины, потому что Китай не будет мириться с закрытием сухопутных границ, обеспечивающим ему там товаропоток в Европу. Это напряжет очень сильно Китай, и, наверное, он будет употреблять свое влияние, чтобы этого не случилось. Я не сторонник долгосрочного решения такого, которое сегодня вот предлагают Балтийские государства и Польша. Отгораживаться забором, то есть кратковременно это необходимо. Но долгосрочным решением должно быть избавление от режима Лукашенко. Только таким образом может быть обеспечена в будущем безопасность Украины, Польши, стран Балтии. Иначе вот этот белорусский балкон в руках диктатора всегда будет орудием войны. И всегда будет давать возможность войны. Сегодня, я думаю, при том ужасающем положении с политзаключенными в Беларуси, которые существуют, вот эта мера закрытия границ, она была бы оправдана и связана с требованием немедленного освобождения всех политзаключенных, вот, а не с тем, что надо нам укреплять все границы, потому что вагнеровцы могут прийти. Могут прийти, а могут не прийти, но диктатура существует, диктатура ведет войну вместе с Россией против Украины. Диктатура убивает своих людей. Вы, наверное, знаете, что у нас в тюрьмах начались убийства. То есть они и раньше были, убили Витольда Ашурка, Николая Климовича, которого посадили, зная, что он умрет в тюрьме. Сейчас вот нашего великого живописца и деятеля Возрождения Олеся Пушкина вот, просто цинично, нагло на глазах у всего мира убивают. Убивают Полину Шаренко-Панасюк, которую... Николай Статкевич, наш лидер оппозиции, реальный лидер оппозиции. 168 дней уже нет никаких весточек. То есть это невероятно, что творится. Понимаете, вот и то, что пропускается это мимо ушей, а какие-то уголовники, они вот напрягают наших соседей, мне кажется, не совсем правильный ракурс, под которым они видят Беларусь и роль Беларуси в нашем регионе и в Европе.